Привет! У меня в руках электронный штангенциркуль Scrap 40360. Модель сделана из нержавеющей стали, стойкой к коррозии. Длина корпуса 150 мм. Для измерения внешних и внутренних размеров есть губки 40 и 15 мм. У циркуля две шкалы измерения в дюймах и миллиметрах. Все данные отображаются на дисплее. Также у модели есть небольшая внутренняя память. Вы можете сохранять показания прямо в циркуле.